Приехали в Валенсию, зашли в океанариум. Такой огромный, что тут его просто не обойти. Тут столько много зон, что мы сегодня не успели во все зоны зайти. Это вот такой огромный он, схема его. Но больше всего впечатлили орешком его акулы. Акула, каракула, это страсть. А мне в Арктике. Я вообще по жизни боюсь. А если говорю, ко мне подплыла бы вот такая, ну, маленького размера, то просто бы все. Просто инфаркт. А мне больше Арктика. Там такие были, не знаю, кто, белуги, не белуги. Потом еще не моржи. Кто были, кто плавал. Плохо все на иностранном там написано. Огромного размера. И шоу дельфинов. Вообще класс. Шоу дельфинов, да. Вообще это надо на день вот так проходить. Да, а чтобы пройти. Два часа. Ну не два часа. Так что не пожалеете ехать сюда. Да? Да. Полюбас. Берите путевку. Ой.